И всем хай, друзья! И буквально пару дней назад, в феврале, вышло обновление Мункас. Я не знаю, добавили ли ту самую карту, но введение в игру вначале поменялось кардинально. Я, пожалуй, сделаю так. У меня сначала все на китайском было. Локально. Не. Онлайн. Так. И... Здесь нет карты. Бот, например. В этой игре уже достаточно участников. Найти игру. А в смысле достаточно? Тут вообще серверов нет. Наконец, хоть куда-то зашел. Я такой же классный ученый. Чё, Твич? Твич как? Питомец Твич? Так, стоп. Информация мне нужна. Короче, здесь походу, если регистрируешься в Твич, то получается, что делать? Тебе дают питомец Твич? О боже, это же бесплатно. Я ничего не поменялось. Та же мыльная надпись. Ладно. Ладно уж, где там мое задание? Так, идем вот так вот и так вот. Я уже карту подзабыл. Поехали. Так. Вот так, вот так. Как меня убили? Там же голосование началось. Да блин. Оптимизировали игру. О, прикольно. Что? Ты чё? Это что такое? Что происходит? Нет, я не хочу. Игру вообще оптимизировали круто. Я теперь как будто правда нахожусь на оптимизированном. Итак, я проверю еще один раз. На любой сервер. Как бы уже 0 секунд. Короче, ребят, случился какой-то баг. Я просто... Я ухожу. Это сейчас странно было. Короче, я нашел один баг игры и много плюсов. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.